Михаила Андреевича Гурина с 90-летием поздравляли в музее учебного центра железнодорожных войск. Его здесь знают все офицеры. Он часто бывал в гостях у военнослужащих, потому что не мыслит, несмотря на возраст, ни дня без армии. И в музее он тоже бывал неоднократно. Выступал перед молодыми солдатами, им рассказывал, как служил здесь старшиной роты. А это такая должность, от которой зависит очень многое в подразделении. И материальное обеспечение, и настоящий уставный порядок, и дисциплина, потому его напутствие нынешним воинам очень значимы. Брать пример со старого поколения и этим путем идти. Тогда добьемся успехов, все будет. Вот так. И главное, молодые поколения, главное, чтобы была дисциплина. Глава района Алексей Валов в этот день посчитал обязательным для себя лично посетить еще и Галину Николаевну Сидельникову, чтобы тоже поздравить ее с юбилеем, деликатно говоря, еще более весомым по количеству прожитых лет. Галина Николаевна – уважаемый в нашем районе человек. Она много лет работала нотариусом в Щелковском суде. К ней обращались за юридической помощью люди, которых не надо представлять – космонавты Гагарин, Комаров, Леонов. Ей доверяли, как никому другому. И она объясняет это очень коротко и просто. Вот что самое-самое главное в жизни, на ваш взгляд? Самое главное – честность и доброта. Конечно, хочется, чтобы они еще пожили. Понимаю, что не очень здорово сейчас со здоровьем у них. Но вот как бы такие нравственные ориентиры, которые они оставляют в жизни каждого человека, когда вот даже в том числе и моей, когда я прихожу поздравлять. Они очень полезны и ценны. Андрей Цеходович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».